Две сотни мешков мусора собрали волонтеры в Уральске. Масштабную республиканскую акцию «Таза Казахстан» поддержала молодежь города. Сегодня они ликвидировали стихийные свалки на одной из центральных улиц города. А организаторы приготовили для них приятные бонусы. Экологическая акция снова объединила всех, кто бережно относится к природе. На этот раз студенты навели порядок на улице Лермонтова в районе центрального рынка. Проблемный участок был буквально усыпан мусором. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, говорит студент колледжа Александр Холод. Собрали очень много мусора. Я считаю, хорошая была проделана работа вся. Уже гораздо лучше, я считаю. Как минимум нет запаха такого едкого. Я считаю, такие акции нужны городу, потому что мы здесь живем, в конце концов, мы дышим этим воздухом. Я считаю, нужно убирать мусор. Как минимум не выбрасывать его просто на дороге. Мы пришли, чтобы поддержать движение «Таза Казахстан». Советую всем людям тоже поддерживать это движение, убирать с собой, чтобы Казахстан стал чище. Экологическую акцию провели в формате соревнований. Побеждает та команда волонтеров, которая соберет больше мусора. Победителям приятные бонусы. Но главное тут не приз, а сплоченность, говорят организаторы. Здесь участвуют все волонтеры, активисты нашего города, студенты, университеты и колледжи. Наша основная цель акции – привлечение внимания населения к проблеме загрязнения природы. Это проблемный участок нашего города, потому что здесь центральный рынок, здесь больше мусоров и, наверное, жители не доносят мусоров до контейнера. В общей сложности волонтеры собрали свыше 200 мешков мусора. Всего республиканскую эко-акцию в регионе поддержали почти 138 тысяч человек. С улиц Уральска вывезено 50 тысяч тонн мусора. Альбина Кумаргалиева, Ербол Медагалиев, Эльдар Аюпов, 24 KZ, Уральск.